Здравствуйте. Получил посылку полоски от Вараотоза. Я хочу рассказать, как я применяю эти полоски для борьбы пчел от Вараотоза. Я заказал полоски. Это не реклама. Я заказывал подешевле, самые дешевые. Трех разных производителей. Обязательно трех разных производителей, трех разных составов. Вот это, например, состав входит амитраз и тимол. Вот это входит состав флуметрин. Этот тауфлуволинат. И таким образом я не ставлю одну полоску, то есть несколько полосок одного производителя, одного состава. Я ставлю три полоски в один улей с тремя разными составами трех разных производителей. Иногда бывает, очень редко, но некоторые пчеловоды жаловались, что не срабатывают полоски. В данном случае, если вот такой комплексный подход, то хоть, ну хоть одна, но сработает точно. Потом осенью я еще обрабатываю, вот тоже заказал, щавелевая кислота и тимол. Со спиртом, дымпушкой обрабатываю туда ближе к ноябрю по погоде, как, чтобы была погода соответствующая. Я не знаю, правильно ли я делаю, что делаю вот так вот. Три разных производителя, трех разных составов. Именно что трех разных составов. Потому что как есть, вот, например, фармацевтики, взаимодействие препаратов, не вызывает ли оно побочные эффекты какие-то плохие для пчел, я не знаю. Это надо опять же с фармацевтами советоваться, а где их взять, куда звонить, куда писать, правильно ли это делать. У нас есть институт пчеловодства в Украине, но есть ли у него труды по этому поводу, я не знаю, надо поискать. В прошлом году я вот так делал, тоже трех разных и три самых дешевых. Ну, я не говорю о Мипол, это не самый дешевый, но и не самый дорогой. Также вот Апизан ПП науковый. По-моему, эти полоски, я точно не ручаюсь, по-моему, эти полоски, они были совсем сухие. Я не знаю, было ли что-либо на них, но высохло. Или вообще ничего не было, и так и положили просто сухой шпон. Я не знаю, но не советую. Вот такие вот тут я нашел кусочек шпона бушного. Беру две скрепки пластиковой такой обертки. Одну скрепку надеваю на шпон, другую крепку. Ложу сверху рамки и просто придавливаю. Всегда на одной рамке, всегда на рамках, вот у меня вверху пленка и под пленкой на рамке какой-нибудь прополис или воск. И вот к нему прям придавливаю, никаких кнопочек, скреп, каких-нибудь гвоздиков, просто придавил и оно держится. Я намеренно выкладываю видео сейчас, это конец июля, чтобы пчеловоды задумались, а вдруг кто-то, ну, тоже понравится такой метод, и чтобы заранее купили полоски себе. Я делаю это заранее, потому что уже сразу после последнего откачки меда, это там до 10 августа примерно, я вставляю эти полоски. Не жду сентября, а сразу вставляю, потому что могут пчелы не дожить до сентября. Всем спасибо.